выйти против Александра. Хорош, 1,96 м, 119 килограммов. По прозвищу Колосс. Это не фокус, это не бравада какая-то. Посмотрите, его просто лихорадит, колбасит перед боем. Нервная дрожь. И Александр стоит. Ну что мне с тобой делать, дружище? Вот, привет вам всем из России, из Старого Оскола. Этим как раз и берут братья Емельяненко. Вроде бы такие спокойные, такие невозмутимые. Но когда грянул час испытаний, отброшены все сомнения, отброшена вся сонливость. Ну вот не зря говорят, русский медведь, вот что-то есть такое. Кстати, медведь самый опасный хищник. Когда он переходит от благодушия к яростной атаке, никто уловить этот миг не в состоянии. Потому что в глазах ничего не отражается. Просто молниеносный удар лапой и привет. Дрессировщик бьется в конвульсиях. Ну вот сейчас посмотрим. Укротитель Томпсон бросился с явными намерениями навязать свою волю и получает справа сбоку. Ладошкой слева еще раз удар. Все, все, достаточно. Саша, все, хватит. Это победа. Британец Джеймс Томпсон по прозвищу Колосс повержен. Вот как выглядит поверженный Колосс. Точно так же, как Джеймс Томпсон. Лежа на полу ринга, здесь на помосте. А кто ему помог? Александр Емельяненко. Не совсем понял Джеймс, что произошло. Но не нужно так яростно бросаться, так опрометчиво идти навстречу тому, кто может тебя встретить как следует.